Переход казахского алфавита на латинскую графику активно обсуждают ведущие филологи республики. Языковеды Усть-Каменогорска вышли на прямую связь с алматинскими коллегами. В ходе своеобразного консилиума преподаватели гуманитарных вузов изучают правописание на латинице. За ходом дискуссии проследил Вячеслав Ветлугин. Сейчас он на связи со студией. Вячеслав, доброе утро. Вам слово. Добрый день, Астана! Да, действительно, очень многие жители Усть-Каменогорска уже подключились к изучению латинского алфавита. Благо, современные гаджеты этот процесс только облегчают. В областной библиотеке в добрую традицию входят онлайн-уроки по скайпу, причем посещают их люди разных возрастов и профессий. Обучение латинской графике доверили только лучшим лингвистам республики. Лекции для восточно-казахстанцев ведет кандидат филологических наук, заместитель директора Института языкознания Анар Фазлджанова. Например, сейчас она рассказывает об особенностях произношения согласных звуков. Даже педагоги со стажем здесь открывают для себя много нового. Впрочем, желание... Если мы поставим на сегодня чтение и письмо на латинской графике, я думаю, 2025 год для нас удастся очень легко. Потому что поэтапное внедрение – это, во-первых, внедрение каждым осознанным гражданином Республики Казахстан латинской графики. Впрочем, желание учиться у восточно-казахстанцев отменное. Например, онлайн-лекции по латинице, а их в регионе провели уже несколько, стабильно набирают полные аудитории. Теперь подобный ликбез планируют внедрить и в университетах области Астана. Спасибо огромное. Вячеслав Ветлугин был на прямой связи из Усть-Каменогорска.